Да, это ключевой момент был во втором периоде, 5 на 3. Вот. Моменты были хорошие. Забивать. Четко сегодня удача, скажем, отвернулась. В поездке отвернулась уже. То есть здесь понятно, что второй круг будет тяжелее намного. И ребята, те, которые помладше, должны готовиться серьезно к играм с хорошим соперником. То есть, в принципе, больше нечего сказать. Будем, поедем домой, будем тренироваться. Ну, хочу поздравить свою команду и болельщиков с победой. Я считаю, что мы сыграли сегодня неплохой матч. Да, до последнего игра держала в напряжении. Согласен с коллегой, да, выставили 3 на 5. Наверное, был такой один из ключевых моментов в плане эмоций. Вот, а в принципе сегодня, я говорю, по движению, по катанию, по тому, то, что мы от них требуем, от ребят, я считаю, что они сегодня сыграли такой хороший, качественный матч. Но опять же, сейчас готовимся к поездке, надеюсь, надо ломать эти стереотипы домашней команды, то есть надо набирать очки не только дома, надо набирать очки и на выезде, потому что на игре на выезде на сегодняшний день мы далеко-далеко от зоны плей-офф. То есть я потом так не обольщаюсь этой победой. То есть еще много работы впереди. А так, ребята, и за сегодняшнюю игру им большое спасибо, ребята. Они сегодня молодцы. Все. Спасибо.